Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, и вы на канале Дэн ТВ. В сегодняшнем видео я подготовил для вас очень интересную информацию. А если быть точнее, то я расскажу, как насадить вот этот старый советский молоток. Чекуха на нем уже подстерлась, но по весу он примерно 800 грамм весит. Итак, я покажу, как вам надежно насадить этот молоток на ручку. Причем сразу скажу, что это не самый легкий способ. Придется один раз поработать, помучиться, скажем так, но зато вы забудете про вылетающую ручку или там клин навсегда, потому что метод будет бесклиновой и очень надежный. Также еще покажу пару прикольных фишек, которые можно будет сделать с молотком и которые вам обязательно пригодятся в жизни. Итак, берите кружку чая или кофе, присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Но прежде чем насадить ручку на молоток, нам нужно изготовить ручку. Ручку я буду изготавливать вот из такого бруска. Сразу скажу для тех, кто любит писать комментарии, что этот брусок уже просушен и он не будет подвержен усыханию. После того, когда ручка будет готова, она будет покрыта маслом. То есть влагу она вбирать не будет. То есть расширяться и сужаться она уже не будет. И специально для тех любителей комментариев, которые я бы сделал ручку там из витой рябины или из какого-то экзотического дерева, которое собирают в полнолуние китайские девственницы, я вам скажу, друзья, вы, конечно, можете делать из того, что хотите, но в нашей полосе самое простое дерево, которое можно достать, это либо береза, либо бук. Итак, закончил я изготовление своей ручки для молотка. Вот, сделал ее специально помассивнее, покрупнее, так как молоток тяжелый, я решил ее сделать более усиленную. Вот, а сейчас давайте продолжим работать самим молотком. Для начала мне понадобится вот такая вот металлическая пластина. Вот таким образом накладываем ее и обводим контур фломастером. Итак, вот что у меня получилось. Заварил я верхнюю часть, почистил его. Теперь он смотрится как новый. Сейчас я покажу, что буду делать с ним дальше. Просверлил я отверстие, раззинковал вот под такой мебельный болт. Теперь мне нужно будет в ручке просверлить отверстие вот под такой бочонок. Ну
Ну и теперь устанавливаем наш бочонок в место. И вкручиваем мебельный болт. Так, друзья, а сейчас, чтобы ручка была помягче и покомфортнее, я ее обклею кожей. Кожу я приклеивать буду на суперклей. Она замечательно держится. Обтянули кожей молоток. Теперь ручка на ощупь приятная, такая мягкая. И самое главное, что вот она в руке сидит очень хорошо. Сейчас я покрою вот эту оставшуюся ручку, которая не перекрыта кожей, воском, твердым воском, чтобы закрыть все поры дерева. Воск я буду использовать от фирмы Мартьянов, твердый воск для дерева. Давно пользуюсь этой фирмой, всем рекомендую. Под видео найдете ссылку на него. Друзья, вот что у меня получился, вот такой молоток. Я думаю, что при таком методе крепления он прослужит вам долгие годы. И самое главное, что за ним не нужен будет особый уход. То есть какие-то клини заново там вставлять, перенасаживать ручку. То есть он теперь максимум, что здесь нужно будет, это подкрутить вот этот болтик. Хотя вот это страховочное уже крепление, я думаю, что первое крепление, на которое я посадил, оно уже будет держать намертво. И вот этот молоточек, он пополнит как бы мою коллекцию инструментов, которые я либо сделал сам, либо восстановил. Это инструменты вот такие, как кувалда. Вы можете на моем канале найти видео про изготовление, про восстановление этой кувалды. Либо вот такой вот топор. Тоже видео найдете на моем канале. Если кому интересно, переходите, смотрите. А на сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока!